Никто из нас не застрахован от жизненных неурядиц. Будь то финансовые трудности, неудачи в работе или любовные разочарования. Тот, кто выдержал все испытания, начинает более философски относиться к жизни. Тот, кому испытания оказались не по силам, получает драгоценный опыт и знания. Не тревожьтесь. Жизнь идет своим чередом, и за черной полосой следует белая. Берегите свои душевные силы и верьте в лучшее.